Ребята, всем привет. Сейчас нахожусь вот на кухне. Тут у меня временно стоит 10-литровая емкость. И в ней нанокара. Вчера был у своего друга, позабирал у него рыб. Анцитруса вуалевого, белого, с красными глазами. Вот эту нанокару и трех коридоросов. И еще растения. Коряшки и камни. Вот эту нанокару и анцитруса я повезу вместе с моим старым 72-литровым аквариумом, отдам детям. Вот, запустим этот аквариум, вот, ее туда запустим и анцика. Вот. Чувствует она себя не очень хорошо, так как кормить ее было некогда, она постоянно голодная, видите, какая она. В каком состоянии у нее, сейчас свет включу, чешуя. Ну, вот, надеюсь, она придет в себя в новом аквариуме, там, где ее будут кормить и подменивать воду ей. Ну, вот. Позже покажу, что у меня там в моем 200-литровом аквариуме новых жителей, новых коридоросов.